Вашему вниманию представлен упаковщик Хенкельман Falcon 260. 2011 год выпуска. В идеальном техническом состоянии. Вот так он выглядит. Сейчас мы его включим. Он двухкамерный. Так. Так внутри он выглядит. Лента на запаечных планочках поменена. Включаем его. Так, упаковщик включен. Можно устанавливать до 9 программ. Упаковщик с функцией газации. Можно дополнительно подключать газ. Так, ну проверяем работу его. Так. Идет процесс вакуумации. Вакуумация здесь по времени 20 секунд установлена. Ну, разные программы, там разное время. Так, запайка, обрезка. Сейчас будет мягкий отжим. Вторая камера. Да, отрывается. Получается вот такая вот аккуратная запайка. Можно добавить время обрезки чуть-чуть побольше, чтобы он лучше обрезал. Упаковщик полностью пригоден для применения по назначению.